К другим темам. Фарс, лирика, эпос с трагическим звучанием. В Самарском театре оперы и балета ставят «Леди Макбет» Мценского уезда. Премьера уже в мае. Мария Шпакова о режиссерских находках и первых репетициях. Сам Шостакович назвал свою оперу трагической сатирой. Композитор существенно переосмыслил сюжет повести Лескова. Поступки главной героини здесь те же, а вот мотивы другие. Московский режиссер-постановщик, лауреат «Золотой маски» Георгий Исакян буквально на пальцах объясняет все тонкости произведения. То есть вот первая фраза распевная, вторая такая, да, значит, похабная. Впервые спектакль показали больше 80 лет назад. Тогда постановку оценили не все. В 56-м композитор сделал новую редакцию. Именно ее представят самарскому зрителю. Именно эта партитура может иметь и должна иметь успех. Я, в общем-то, как бы уверен в том, что любой артист, если он неравнодушен к какому-то аспекту, то это неравнодушие переходит через рампу, идет в зал и волнует публику. Мы с вами видим, насколько серьезно вырос и профессионализм, и постановочный уровень наших спектаклей, и костюмы, и декорации, и исполнительский уровень. И, в общем-то, можем говорить, что и театр находит свое признание и в Самарской области, и за пределами нашего региона. Премьера «Леди Макбет» Мценского уезда приурочена к 110-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. Она же станет кульминацией празднования 85-летия театра оперы и балета. Самарцы смогут увидеть постановку 20 и 21 мая. Мария Шпакова, Виктор Соколов, «Новости губернии».